Акунцево ввели детский сад с террасами и бассейном. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Сейчас расскажу подробности. На западе Москвы в районе Кунцево ввели в эксплуатацию детский сад с открытыми террасами и бассейном, сообщает Комитет градостроительной политики столицы. Учреждение рассчитано на 84 ребенка. Здание проверили специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований, рассказал председатель Мосгостройнадзора Олег Антосенко. Трехэтажный детский сад возвели по индивидуальному проекту. В нем будут работать младшие, средние и старшие группы для детей от 3 до 7 лет. В каждой группе оборудованы игровая, спальня, раздевалка, буфет и туалет. Также есть бассейн с душевыми, раздевалками и туалетом, музыкальные и физкультурные залы, помещения для кружков, медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда, прачечные, административные и служебно-бытовые помещения. По поручению мэра Сергея Собянина, Мосгостройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. На территории детсада расположены спортивные и игровые площадки с теневыми навесами и общая физкультурная площадка. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!